Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, 20 ноября, у нас обязательно в этот день скажите одну фразу. Привлеките достаток, удачу и благополучие в свою жизнь. Далее, друзья, все более подробно. А прямо сейчас ставьте лайк этому видео, друзья, вам ничего не стоит, а нам приятно. Итак, друзья, с вас лайк, а с нас важная и ценная информация. Итак, друзья, сегодня будет удачный и насыщенный день, который многим принесет достаточно приятные сюрпризы. Также сегодня очень благоприятный день и для интеллектуальной деятельности, получения новых знаний или если вы будете вернетесь к какому-то старому материалу, а также подумайте о том, как же вы можете исправить свои или чужие ошибки. Попытайтесь сделать сегодня анализ ситуации, и если вы займетесь именно этой частью своей работы, это будет проходить для вас легко и быстро. При этом, вне зависимости, это связано с вашей работой, с деньгами, с личными отношениями, обратите на это внимание. Сегодня можно потратить время на осмысление себя и своих возможностей. В этом тоже вас ждет успех. Очень хорошо подходит день для общения с близкими, по духу людьми. Можно сегодня обсуждать многие важные вопросы, говорить о том, что волнует вас и тревожит. Не исключено, что сегодня будут решены какие-то серьезные проблемы, которые в последнее время омрачали ваши отношения. Вас сегодня ожидает благоприятный и плодотворный день. Он отлично подойдет для решения многих задач, в том числе сложных, которые требуют изобретательности и творческого подхода. Сегодня вам наверняка пригодится опыт, полученный ранее, благодаря которому вы не будете совершать ошибок и ничего не упустите из виду. У вас появится шанс получить полезную информацию или научиться тому, что вскоре очень пригодится в вашей работе. Сегодняшний день принесет вам много хороших идей, которые захочется немедленно воплотить в жизнь. У вас будет возможность заняться чем-то по-настоящему интересным и полезным. Однако спешить ни к чему. Стоит немножечко подождать, и ваша интуиция вам точно подскажет, когда вам лучше действовать. Появятся сегодня удачные совпадения, которые натолкнут вас на какие-то интересные мысли и помогут вам найти выход из любого положения. Открываются сегодня новые перспективы и возможности. Появится сегодня и шанс добиться того, о чем вы давно так мечтали. Действовать нужно решительно и быстро, так как вы уверены в себе, и не надо тратить время на переживания и долгие бессмысленные обсуждения. Полезно сегодня проявлять инициативу в делах, а ваш трудовой порыв не останется незамеченным. День хорошо подходит для творческих занятий, дает возможность научиться чему-то новому или получить информацию, которая вскоре может вам пригодиться в дальнейшей работе. Полезным будет общение со старыми знакомыми. Не исключено, что они сделают какие-то заманчивые предложения или поделятся идеями, которые понравятся и вам. Сейчас вы правильно оцениваете собственные силы и ситуацию в целом, поэтому наверняка сможете реализовать задуманные планы. Чем меньше вы будете беспокоиться по пустякам, тем лучше у вас сложится ваш день. Сегодня не стоит принимать близко к сердцу критические замечания окружающих людей. Обращайте внимание на разного вида разговоры и слухи. Сейчас очень важна осторожность там, где дело касается денег. Также сегодня не исключены напрасные расходы. Кроме того, есть риск потерять какие-то небольшие, но дорогие для вас вещи. Вторая половина дня сегодня обещает необычные встречи. Появится возможность пообщаться с людьми, о которых вы слышали много интересного. Вы легко находите подход к людям, к тому же многие ваши идеи нравятся, и неудивительно, что очень быстро вы находите новых союзников и помощников, которые со временем станут вашими настоящими друзьями. Вы сегодня буквально очаровываете своими предложениями и заряжаете своими идеями даже те, кто очень требователен к себе и к окружающим. Поэтому лучше сегодня обсуждать планы и говорить о будущем, чем делиться секретами. Излишняя откровенность может принести немало проблем. У вас сегодня будут выгодные сделки или начало работы над новыми проектами, которые принесут вам прибыль. Сегодня любые сложные дела стоит планировать на первую половину дня. Все будет складываться очень удачно.
и без промедления. Сегодня у вас будет возможность заключить выгодные сделки, добиться успеха в коммерческой деятельности. Не исключены сегодня и неожиданные приглашения, от которых не захочется отказываться. Вероятно, удачные покупки, и вы безошибочно сможете выбрать очень хорошие вещи не только для себя, но и для близких людей, сделав тем самым для них какие-то приятные сюрпризы. Этот день гораздо лучше подходит для отдыха, чем для решения каких-то важных дел. Хорошо сегодня могут сложиться поездки, особенно если вы отправитесь в дорогу вместе с родственниками или друзьями. Чем ближе вечер, тем труднее оказывается найти общий язык. Ну а чтобы вести здоровый и активный образ жизни, вам не нужно применять титанические усилия. Оцените текущую ситуацию, уменьшите для себя употребление вредной для вас пищи. Откройте для себя и новое увлечение. Шитье, рукоделие, музыку, спорт. Найдите то, что будет радовать и нравиться только вам. Регулярно занимайтесь этим, и вы получите настоящее удовлетворение. Радуйте новых людей, которые окажутся в вашем окружении, и они ответят вам взаимностью. Вечером нежелательны физические нагрузки. Сегодня не стоит проверять организм на прочность. А вот неторопливые прогулки под луной пойдут вам точно на пользу. Они поднимут настроение и помогут даже собраться с мыслями. Вечером можно сходить в театр или на концерт, и вы получите много позитивных эмоций. Также сегодня появляется возможность встретиться с друзьями и отлично провести время. Не исключены сегодня новые знакомства и романтические увлечения. Вы сегодня пользуетесь большим успехом у представителей противоположного пола. Они оценили вашу естественность и непосредственность. Отношения начинаются неожиданно и развиваются сегодня стремительно. Но на смену легкой взаимной симпатии быстро приходит сильное чувство. Возможно, это любовь с первого взгляда. Этот вечер наверняка порадует влюбленных, которые смогут провести вместе немало приятных минут. Многих сегодня ждут знаки внимания, подарки и романтические сюрпризы. Друзья, обращаем ваше внимание, что по лунному календарю нас сегодня с вами ожидают 25 и 26 лунные сутки, убывающая луна в знаке зодиака Весы. Сегодня очень важно, чтобы вы воздержались от пустых разговоров и чрезмерной активности. Лучше затеять что-то одно, дельное, от чего вы сможете увидеть реальную пользу. Также, если вас в этот день пытаются ввести в заблуждение или вы можете услышать какие-то странные новости, не верьте никому на слово. Тщательно, обязательно в этот день перепроверяйте все факты, информацию, потому что возможны ошибки или, как вариант, сознательный обман. Помните, пожалуйста, об этом. Также в этот день очень важно, чтобы вы делали все медленно, никуда не торопились, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов. Защитите себя от случайных контактов и неожиданностей. Обращаем ваше внимание, что в этот день в людях не кипит энергия, а чувствуется, наоборот, такая вот, знаете, некая лень, апатия. Поэтому обращайте на это внимание, особенно когда вы задумали на этот день что-то коллективное. Что же касательно бизнеса и денег, то в целом вообще удачный день для финансовой деятельности, а вот для больного человека в этот день очень важно получить помощь, поэтому будьте предельно внимательны к близким людям. Хорошо сегодня делать лечебное голодание, а также любые процедуры, которые связаны с укреплением здоровья. Что же касательно стрижки волос на 20 ноября, то сегодня отличный день для смелых, инновационных, экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок. И покрасить волосы в непривычный для вас цвет сегодня тоже очень хорошо. А вот обычную стрижку, которую вы сохраняете годами, сегодня делать не стоит, иначе вы можете получить не тот эффект, на который изначально рассчитывали. Обращайте, друзья, на это особое внимание. И сегодня очень важно в этот день, потому что этот день действительно многообещающий, он может перед вами открыть новые возможности. Кроме того, в этот день вы можете узнать какие-то очень хорошие новости, вы можете ждать подарки, поэтому сегодня на протяжении всего дня говорите одну фразу. Эта фраза поможет вам сонастроиться с энергиями Вселенной, с энергией изобилия, созидания, творения. Итак, записывайте и запоминайте. «Удача всегда со мной, я надеюсь и верю в лучшее».
Друзья, вот такой у нас с вами день, 20 ноября. Мы надеемся, что этот день для вас пройдет удачно, благополучно и легко. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал. Обязательно ставьте лайк этому видео. Друзья, вам ничего не стоит поставить лайк, а нам приятно. Таким образом, между нами происходит вот этот ценный энергообмен. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам благ, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.